Всем привет и добро пожаловать на канал Дмитро. И сегодня мы продолжаем проходить, точнее, в смысле продолжаем. Сегодня мы вообще продолжаем выпускать видосы. Наконец-то возвращение на канал, были небольшие проблемы. Вот, а сегодня мы начнем с такой замечательной игры, как House Flipper. Честно сказать, видел, только ее не играл, видосов толком по ней не смотрел. Поэтому мне будет интересно, что тут вообще будет интересно. Там снизу было, что дети любят сувать пальцы в рот. Ладно, так, приветствуем тебя в House Flipper. Эта игра позволит тебе покупать, ремонтировать, обустраивать и продавать обновленные дома. Но пока тебе придется довольствоваться этим сараем, который, по сути, является твоим офисом. Хорошо. Так, в вашем почтовом ящике появились новые заказы. Так, проверь все свои ящики, которые ты получаешь от DLC HTV. Так, это дома для разблокировки. Это, получается, новые дома, которые мы будем обустраивать. Или типа, который мы можем разблокировать. И карта с новыми заказами. Галерея до после. Новые предметы. Хорошо. Так, это типа, что Luxury Pets DLC, Farm DLC, режим архитектора, новые дома, многое другое. Ладно, так. Ну, вроде, кстати говоря, и не виснет. Так. 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 Получается, просто надо... Ага, ага. Е, открываем. Ух ты, как чистенько. Так, ноутбук позволит тебе принимать заказы, покупать дома и перемещаться между ними. Пока ты не можешь позволить себе покупку целого дома, но похоже, что в электронном ящике у тебя уже есть первый заказ. Интересненько, интересненько. Так, бывший вынес из моего дома батарею. Здравствуйте, я хотел поручить вашей фирме работу по наведению порядка в моем доме. Судя по фотографиям на фейспайм, мой бывший вместе вломился в мою квартиру, устроил бардак и вынес батарею. Возможно, пропало еще чего-то. Пожалуйста, наведите порядок в доме, установите недостающее оборудование. Еще хотел бы... Так, среди вас не сообщите в этой ситуации, полиция сама разберусь. Ага. Хорошо. Александр Кваша. Ну, поехали, Кваша. Ну, у тебя и бывший, конечно. Ладненько. Ну, сейчас как раз вот на этом заказе и поучимся, что вообще надо делать в этом хаус-флиппере. Потому что для меня пока это что-то интересное, что-то загадочное, я не играл в нее. Да, поздравляем, ты разблокировал новый инструмент, с помощью него ты можешь убирать грязь, используя швабру. А, короче, швабру я открыл. Так, открываем состояние счета, у меня, между прочим, 30 тысяч. Так, убрать мусор мне надо в первую очередь. Окей, давайте поубираем мусор, все, что он тут понаводил. Так, так. Я не знаю, это надо убирать, не надо. Чайники. Вот так. Так будет более правильно. Так. Так. Оп. Ляпс. Красота, красота. Мне уже это нравится. Так, допустим. Вообще, что я это делаю сейчас, если моя задача это просто поубирать мусор. Надеюсь, вам не сильно слышно стуки, потому что это у нас утепляет дом. Так. Так, 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 мусор, мусор, мусор. Все, очистить грязь. Получается, для этого я беру у метлу. Че, что это? Так. А тут тоже эта фигня. Да, действительно, смотрите. То есть просто швабры ебашишь по вот этому, и все, у тебя грязь пропадает. Так, еще вот это забыл. Так, дальше. Диванчик чистим. Че тут еще? Ну, такая хатка неплохая, мне честно сказать. Мне нравится. Мне нравится. Так, это выход в задний двор. А тут что у нас? Тут у нас ванна. Так, включи планшет, чтобы... Так, чтобы выбрать на то, что ты хочешь потратить очки умения. Умения. Так, проницательность. На миникарте видны некоторые загрязнения. На миникарте видно большинство загрязнений. Ля-ля-ля. Уборка быстрее на 25. Это большое расстояние. А я фиг знает, что тут надо, если честно. Что тут взять? Ну, давайте вот это, чтобы быстрее чуть было, фиг знает. Так, продолжаем мы нынче убирать нашу эту как бы уборочку. Так, ну типа, блять. А, типа тут только надо поубирать, я понял. Мы, короче, клининг уместный. Я понял. А я хер знает, что еще у него тут.
И они вот это уберут. Да, уберут. Заебись, блядь. Так может мы, блядь, и плесень будем шваброй убирать. А хули-то нет. Так, установить устройство. Это вот это получается, да. Так, теперь у тебя есть планшет. Да вы что, нахуй? Я не знал. Нажмите, ага, чтобы выбрать. Он позволит тебе покупать вещи. Магазин, да. Блять. А где эта хуйня может быть? Установки. Розетки, хуетки. В теории где-то здесь. Батарея. О, спейс купить сейчас. Все. Красота. Мне нравится. Что он еще хочет от меня, блядь? Ага, кстати, тут еще надо это самое. Тут еще это самое. Сон, серьезно, можно поспать, охуеть. Охуеть, я могу поспать в этой комнате. Так, тут грязь мы вычистили. А что тут нам еще надо установить? Ну, типа, блядь, не знаю, поднять эту хуйню. Теперь понял. Все, дошло. То есть мы закручиваем эту хуйню. Так, закрутили, закрутили. И вот так ебанули. Заебись, все задания выполнены. Что, все? Типа, блядь, заработали денег. 700 баксов или что? Завершить заказ. Да, Enter. Так, на 100%. Да, завершить. Так и хули еще делать. Я думаю, вряд ли на том премию за что-то дадут. Не, ну так-то лучше в разы. Что сказать-то? Что есть, то есть. Так, ебань, глаз алмаз у нас. Что мы можем сделать? Так. Дальше. Сохранение фотографий в портфолио. Что, может, еще один заказик точно ебанем, я думаю. Такая халупка у нее была прикольная. И дворик неплохой, в принципе. Еще бывшего нормального. А так, в принципе, все гуд. Так. Оджи давим. О, все загрузилось наконец-таки. Так. Так. Что, следующий заказ? Есть ли 3 заказа? Ага, 2, ладно. Нет, 3. Немного гравия и пару кустов. У меня дома приватный стоматологический кабинет. Я могу справиться с дырками в зубах, но дырка в земле, кустами засыпьте, пожалуйста, каким-то гравием. Так, батарея. Если я что-то должен заплатить, то я или доволен всем, или же не плачу совсем. Зима близко, зима суровая, а у меня дома нет батареи. Порядок в гараже. Нам нужно навести порядок в гараже, выбросьте все коробки и мусор. Также по крышке не забудьте выбить окна, а инструменты лучше не трогать. Муж не любит, когда их кто-то перекладывает. Хорошо, давайте вот Екатерине Ивановой ебанем порядочек в гараже. Ебать, что там у него аудюшечка стоит какая-то. Ну, по крайней мере, с виду пока кажется, что это аудюшка старая какая-то. Вот 2003-го, хуй знает, 5-го. Ну, блять, еще старая вот эта древняя. Так, ну загружайся, ебаный сыр ты. Какой ты долгий. О, все. Да. Ну да, это Audi старая. Поднять, что? Машину поднять, ты что гонишь? Ебать, нихуя ты монстр. Вася, я ебу. Ну открывай. Нихуя ты монстр, блять, машину поднял. Все, что могу сказать, я в хуях. Так, так. Нам, короче, просто убрать мусор надо или что, блядь? Ну да, по факту. Так, это инструменты, инструменты, коробки. Так, коробочки ебашим, убираем. Так, это инструменты, инструменты. У меня же голова, блядь, немного закружилась, как я так быстро это все начал делать. Так, так, так. Так, на 60% уже заебашили. Так, коробки отскакивают нахуй. 85%. Так. Ну, использованное выкинем. Все, заебись. Так, очистить грязь. Поехали, нахуй. Ебашим, убираем. Не, этот, блядь, персонаж, вот, блядь, как он поднял машину, это тот самый тип, блядь, уборщик в спортзале, блядь. В ТикТоке полюбас увидели. Там, где, блядь, пацаны становые ебашут, что-то там больше 100 килограмм. Блять, такие уставшие подходят, сука, уборщик, нахуй, подымает и съебывает. Помыл и ставит обратно, блять, и съебывается. Вот это, блять, вот примерно вот этот тип, короче.
Ну, типа, блядь, других у меня сравнений с ним нету. Да вот, блядь, прям про него, если честно, было. Так, так, домываем. Домываем. Так, 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 так. Так, тут еще грязючка. 97%. Так, 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 97%. Ага, вот этот кусок грязи. Все, вымыть окна. Окна тоже, блядь, мы моем шваброй. Или руками. А, не, вот так. Так, нихуя. Нихуя. Блядь, нет. Стоп, сука. Как? Как нахуй? Стоп, ебать, она дергана. Ага, то есть я веду мышку вниз. Вверх. Так, влево веду. Блядь, нахуй. Итого, заказ готов. Я напоследок что хочу сделать, нахуй, это вот это. Я долбоёб. Сейчас как-то можно крутить в Shift и вот это, да? Или вот это. О, да-да-да-да-да-да-да. Сейчас. Раз. Так. Оп. Два. И нахуй три. Типа, давай, поток, заезжай, заезжай, Вася, заезжай, 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 оп, и в гараже, клопц, ебать, ты близко паркуйся, я хуею, сейчас бы, блядь, еще не осталось бы, блядь, только заплатить за ремонт, блядь, чьей-то машины, нахуй, ну, заебись, заебись, гараж чистенький, все, заказик готовый, можем завершать, так, 470 баксов заработали, что, порядочно, порядочно, еще и тачку въебали, блядь, сюда, вообще огонь. Хватит смотреть на эти ебучие фотографии, достаточно. Я люблю современную мебель, а хули ты живешь тогда в такой поеботе? А, блять, это ж мой офис, нахуй. Сука. Сука. Ладно, проебчик небольшой. Ну и хуй с ним получается в таком случае. Так, ты заметил, что используя вкладку галереи на твоем планшете, можно выбирать любую картинку, повесить себе на стену. Нет и не хочу. Спасибо большое. Так, что, ребята? А хули у меня так грязно? Блять, то есть мы, блять, всем... Это, знаете, называется сапожник, нахуй, без сапог. Сука, всем все делаем, блять, зато у нас, сука, свалка ебаная. Надо, блять, хоть чуть-чуть реально, блять, поубирать, сука, навести порядок, нахуй. Блять, пиздец. А, это не отмывается пока что? А, это стенам пизда, мы пока это самое не умеем. А, шпаклевать, полировать, хуй знает, что еще, блядь, делать, нахуй. Ну, в общем и целом, как бы, да, надо хотя бы чуть-чуть вот так порядок. Нет, тут пойдет, нормально, чистенько. Просто тут, ебать, тут двери помять, тут, а тут вообще хату надо, блядь, делать, нахуй. Ты что? Тут, блядь, ну, потолок, ладно, мы вычистили, блядь, там все остальное. Она же, блядь, ушатанная, сука, как моя жизнь, нахуй. Это просто пиздец. Ты шо? Ему ж пизда, нахуй. Все поднять. Да ему пизда, блядь, куда его вешать, нахуй. Она разбитая, нахуй, в хламину. Шо, блядь, унитаз перенести, серьезно? А, его почистить можно, типа, блядь. С помощью швабры, серьезно. Не, я думал, вот, честно говоря, можно перенести, я уже охуел от жизни. Я же думаю, ебануться, блядь. А тут, типа, блядь, в душ, типа, ты не попадешь или что, нахуй? Я понял. И смыть нельзя, да? Да, и смыть нельзя, пизда, да. Тут пизда. Ладно, нас еще ждет, короче, чем мы, блядь, займемся. Вот, в принципе, что, ребята, тогда все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи, ну и, конечно же, всем пока-пока.